Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Это мои покупочки из фикс-прайса. И вот это, наверное, я купила не в фикс-прайсе, но показываю вам вместе, потому что это стоит вашего внимания. Я тут пользовалась долгое время Стутраф шампунем и бальзамами, всякими масками для волос. И меня все совершенно устраивало. И тут я решила попробовать новое. То есть вот этот вот активатор роста, он бюджетный, он продается везде, большой объем, такой нормальный шампунь. Но вместе вот с этим кондиционером, он же бальзам, они действуют просто волшебно. У меня прямые волосы, и волосы совершенно не нуждаются потом ни в каком утюге. Более того, скажу, даже когда делаешь хвостик в несколько рядов и потом распускаешь волосы и просто расчесываешь, они не с заломами. То есть, ну вы знаете, все, кто носит хвостики, что обязательно заломы на волосах получаются. А здесь нет, то есть здесь реально все просто супер, здесь реально все просто очень-очень хорошо. Смотрите дальше мои покупочки из фикс-прайса, они очень интересные. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Меня спросили, кем вы работаете? Я работаю визажистом, фотографом, агентом моделей. А вообще просто я такая же обычная женщина, как и все, делаю такие же обычные покупки и также думаю, на чем бы сэкономить, потому что живу в провинции. Нас, девочек, живущих в провинции, очень-очень много, поверьте. Поэтому я очень-очень верю, что мои видео будут интересны и полезны для вас. Вчера в квартальском фикс-прайсе я обнаружила отголоски и остатки коллекции Шиби Шик. Вот я покупала летом. И я с помощью вот этой штучки делала классные DIY вазочки и вазочки для цветов, и стаканчики для кистей. Я ставлю ссылочку, обязательно проходите. Или под видео, потому что с планшетов ссылки не открываются, и вы их там не видите. И вы их видите только если смотрите с компьютера. Поэтому я ссылочки оставлю все под видео. Итак, это реально очень классная штучка. Это такой скотч, он бумажный, он не бумажный, он скорее всего тканевый. Очень стильный рисунок, очень все здорово. И я еще так очень-очень его берегла и думаю, господи, что ж я буду без тебя делать, мой дорогой. И вчера я захожу, это было 16 января, и вот я это увидела. Я была правда рада, там есть еще такой зелененький, но он мне не очень понравился. Вот, поехали дальше. Вот такой очаровательный подарок мне подарила подписчица на встрече с подписчиками. Вот я открываю, и все, несется цитрусовый аромат. Это мыло ручной работы. Вот в такой коробочке, вот в таких стружках. Очень красивое. Ну, с этой стороны оно такое, как бы, ну, в формочке, видимо, было. Боже, ну это просто бомбезно круто. И, конечно же, вот такая коробочка, она очень приятная. Она у меня обязательно останется на долгие годы, я буду в ней хранить, или пигмент, или что-то. Ну, в общем, такая коробочка под мелочи, тем более с надписью. Большое спасибо. И я, конечно же, всем рекомендую попробовать. Я обязательно оставлю ссылку на вот это мыло ручной работы в Одноклассниках. Обращайтесь, просто все очень здорово, очень красиво, стильно, изысканно. Супер! Перед Новым годом я покупала вот эти вот салфетки с макаронами, или макаронами, в общем, с макаронами. Открывается вот так, и там салфетки. В общем, очень красивая, стильная, очень здорово смотрится на кухне. И у меня есть еще одна, вот такая. Сейчас я вам ее покажу, вот. Тоже такая вся девочковая в стиле шеби. И я показывала, ну, было очень плохое качество при искусственном свете. Сейчас качество лучше, но мне звонят. Вот так вот я снимаю для вас в экстриме, можно сказать. Ну и тут, да, достаете салфетки. Очень стильно, красиво, здорово. В
Все-таки быть или не быть, были полотенца с зайцами, были полотенца такие, которые большим одним рулоном, но все-таки вот эти фамилия полотенца, они самые лучшие, я готова их покупать даже по 55 рублей, потому что это намного выгоднее, чем в обычных магазинах. Большая бобина неудобна. Если это меньше, она меньше как-то где-то встает. Да, большая бобина с полотенцами, она такая большая. Но как-то или я уже привыкла, или что. В общем, короче, рекомендую вот эти. И сама ими пользуюсь постоянно. Обратите внимание вот на эти корзиночки. Посмотрите, как их можно ставить друг на друга. Стоят они 77 рублей. Вот здесь показано, что их можно ставить друг на друга. Они еще есть синие, там красные, зеленые. Но вот честно, были бы они лучше белые, бежевые, какие-то кремовые и коричневые. Тогда они лучше вписались бы в интерьер любого дома. А это какой-то такой задорный вариант сложить игрушки детей. Они, да, они ставятся друг на друга. Вот. Вот таким образом. И я тоже обнаружила, когда принесла их домой. Конечно, я бы взяла их, наверное, все-таки побольше. Они стоят 77 рублей. Поехали дальше. Моя кошка обожает, которая взрослая, корм Фрискис. Я проверила сроки годности. Вот они. Выпущена в 10 месяц 16 год и актуально до 18-го. Ну, естественно, до этого времени это не доживет, это все съестся намного быстрее, по 50 с копейками рублей. Я взяла две пачки, и я этому несказанно рада, а корм, который как желе, брать не стала, потому что у нас через дорогу есть магазин, где по 15 рублей. Все это можно купить благополучно, тоже фриски с желе. Вот такую гигиеническую помаду я купила. Она банановая, я думаю, что в ней содержится то же самое, что и во всех обычных помадах. Попробую, обязательно сделаю обзор, если вам нужно. Ну и если вам интересно, то ставьте лайки, я буду снимать больше видео о фикс-прайсе. Правда, если честно, девочки, я вам честно скажу, там последний раз было вообще просто ловить нечего. Цены были в основном 55, 77 и 99, по 53 было очень-очень мало чего. Я на кассе спросила девочек, почему так всего мало. Они сказали, что с Нового года пришла только одна фура, то есть, и вот они ее потихонечку как бы продают, растягивают удовольствие. Ну, вот из правды такого интересного, вот эти большие корзины по 77, они такие прочные, классные, качественные. Но, боже мой, вот эти задорные цвета, синий, зеленый, красный, там этот дачный вариант. Ну, как бы сделали еще такой вариант бы для квартир. Я была бы очень рада, правда, честно. Ну, еще вот такую жвачку арбузную я купила. В общем, я немного брала в этот раз, потому что вот этот пионерский задор у меня там прибежала, нахватала там 150 кулей. Разместила видео заработала 80 центов, я потратила, не знаю, там центов 50, а то и не центов, вернее, там, а 5 баксов. Ну, то есть смысл снимать видео, делать покупки на $5, чтобы заработать 80 центов. Поэтому я теперь буду брать там только все самое-самое лучшее, только достойное, раздостойное, предостойное. И мне так интересно смотреть московских блогеров, которые говорят: ой, мы пошли и купили 3 классные косметички, там супер-мега, там неоновые какие-то, там всякие стаканчики и прочее, и прочее. А у нас этого нет. И поэтому вот этот смысл смотреть. Да, конечно, вот Шеби, я до сих пор просто в восторге от этой коллекции. И все мои домашние, и все мои друзья, все в восторге. Пожалуйста, мы требуем продолжения Шеби. Вот такую еще потрясающую скатерть мне подарили. Вот смотрите, она будет вот так. И стоила она 200 рублей. Боже, фикс прайс. Почему ты такое не делаешь? Рисунок, смотрите, какой классный. И она такая не клеенчатая, а кажется, что кожа. Такая вот тоненькая-тоненькая кожа. Просто супер.
Ну и такой небольшой постскриптум, то есть если руководству фикс-прайса кажется, что у людей нет выбора и у людей нет выхода, и вы можете поднимать цены дальше, большое, кстати, спасибо за огромное количество дизлайков, вот. Так вот, как бы есть варианты намного бюджетнее, чем ваш магазин. Например, в Ангарске есть такой магазин, он называется «Находка». А в «Находке» также можно было покупать игрушки, там даже вообще нам в кассе дарили что-то. То есть, если ты там на 1000 что-то купил в магазине, они говорят, пожалуйста, можете выбрать. Я пошла и выбрала две макушки звезды на елочке. Вот. И там были всякие новогодние приблуды, типа дождик там, ну и так далее, всякие мишуры и прочее, прочее. Так вот, в «Находке» ресницы продаются по 45 рублей, и они хорошие, качественные, замечательные. Кстати, мы очень скоро начинаем записывать цикл больших таких видео подробных о макияжах на возрастной коже. Как сделать макияж на возрастной коже, чтобы не смотреться тетенькой из 80-х там, или там 70-х даже. Поэтому подписывайтесь. Всех люблю, целую, всем всего хорошего. Пока!